корпоративном университете Алроса началась неделя профориентации для школьников и их родителей. Она продлится до 18 февраля. На странице Instagram, ее адрес на экране, представители вузов и СУЗов, партнеров Алроса проводят прямые эфиры. На этой неделе на вопросы школьников отвечают специалисты Северо-Восточного и Сибирского федеральных университетов, Иркутского национального исследовательского технического и Томского политехнического вузов. В эфире участвуют до 50 школьников, а просматривают запись около 300 человек. В формате вопрос-ответ спикеры знакомят их со специальностями, которые востребованы в компании «Алроса». Геологоразведочное направление, горное дело и автоматизация. Затрагивают и особенности студенческой жизни. В рамках встречи мы проговорили о востребованных специальностях, особенностях приема на обучение в новом учебном году. Можно ли поступить в ВУЗ онлайн? Что для этого необходимо сделать абитуриентам? Что помимо результатов ЕГЭ нужно при поступлении? И обязан ли абитуриент предоставить оригинал аттестата при зачислении в ВУЗ? Поговорили также о минимальных проходных баллах при поступлении, какие условия приема действуют при поступлении иностранных граждан. Также узнали много интересного об условиях проживания в общежитиях и о внеучебной жизни.